Привет, меня зовут Бузи, и добро пожаловать в Skibidi Open World. Я недавно нашел мобильную игрушку, которая появилась в Google Play, и эта игра начала набирать безумную популярность. Эта игра сделана по мотивам Skibidi. Итак, нажимаем с вами ОК, и это у нас камерамен. Что-то он как-то немного сгрустнул, вам так не кажется? Нажимаем Tab to Play, и загрузка, так. Эй, подожди-ка, мне что, нужно сражаться со Skibidi туалетами, вот так вот сразу? Опа, третий пошел на меня, получай, видали, а, как я дерусь, а, вот это хорош. Нифига себе, у тебя руки расфуфырило. Эй, я что, проиграл только что? Погодите-ка. Плюс 25 чипов, что это за чипы-то такие? Ладно, давай-ка еще раз попробуем пройти этот уровень. Судя по всему, мне нужно также использовать блок. Окей. Сейчас подожду, когда они меня все пробьют несколько раз. Блин, 7 жизней осталось. Тут нужно еще вовремя успевать нажимать на эту кнопку. Черт, в этот раз у меня осталось даже меньше жизни, чем обычно. Нужно посчитать, с каким промежутком они атакуют! Ты серьезно? Я с тобой должен сражаться? Я же тебя никогда не выиграю. Так, ладно, ударяй. По идее, таким ударом своей шеи он должен был меня вообще с одного удара вырубить, чтобы я вообще улетел куда-то на другой конец города. Но этого не произошло. А мы с вами теперь понимаем, почему камерамен из серии в серию в Skibidi туалетах выживает, потому что он настоящий крепыш. Осталось 5 жизней, буквально 5 ударов, и сейчас я пройду этого босса! Вырубай его! У-ху! Так, а куда я дальше-то побежал? Смотрите-ка, я получил плюс 100 чипов! Отлично! Мы с вами сейчас возвращаемся в главную менюшку, и... Ага, реклама Гаррис Мода. Я думаю, что Гаррис Мод не нуждается в рекламе. С помощью чипов я могу делать апгрейды для своего персонажа. Давайте-ка мы ему урон вкачаем раз. Так, теперь у меня 2 единицы урона. Также я могу прокачать себе немного жизни. У меня целых 25 жизней будет. Неплохо, неплохо. Так, а что за вкладка агенты? Давайте-ка посмотрим. А, я не могу разблокировать себе следующий скин. Судя по всему, это у нас будет TV-мен. Что у нас продается в магазине? Давайте-ка глянем. Оу, Woman Agents. Это у нас камера Woman и TV Woman за 30 тысяч чипов. Ну, по-моему, это немного дороговато. Я столько никогда в жизни не накоплю. А если нажать на Open World, что? Что сейчас произойдет? Ага. 150 уровней мне нужно пройти. Tap to play, окей. Следующий. О-о-о! Они сразу на меня напали. Блин, это было как-то слишком неожиданно. Вам так не кажется? Какое-то слишком резкое начало у этой игры. Кстати, неплохо, что я прокачал себе урон. Теперь я с одного удара вырубаю этих чуваков, и я прошел этот уровень. Давайте сразу же следующий уровень. Почему второй уровень был проще, чем первый? Я этого не понимаю. Ой, как же я устал от этой песни. Вы не представляете. Скибиди, скоро эта песня начнет мне сниться в самых моих кошмарных снах. Так, здесь главное очень вовремя блокировать урон. И, пожалуй, здесь опасны не боссы, а вот эти вот туалетики, которые выезжают сразу втроем. Так, вот этого чувака я не помню, видел, не видел? Нет, с тобой я вроде как еще не сражался. Давай, атакую. Беру блок. Окей, продолжаем его бить. Но боссы здесь немножко попроще, вам честно скажу. Боссы здесь не такие страшные, как толпа Skibidi туалетов. Вам не кажется, что эта игра немножечко скучновата? Вот прям совсем чуть-чуть. Что? Он меня с одного удара вырубил. Зачем я это сказал? Ха-ха, беру свои слова обратно. Нет, эта игра офигенная. Эта игра самая лучшая. Круче, чем любой экшен, который выходил за последние 10 лет. Call of Duty отдыхает где-нибудь в сторонке, а Roblox просто нервно дышит. Это конкурент Roblox. Окей. Может быть, тогда меня босс не вырубит. Стой, погодите, я чё? Все начал с самого начала. Нет, я на втором уровне застряну. Ой-ой-ой-ой-ой. Че, у тебя 15 жизней всего? Ты чего? А че у тебя так мало жизни? Я думал, ты будешь немножко посерьезней. У того чувака было вообще 8 жизней. Че за дисбаланс? Окей, я это прошел и добегаю до края карты. Что ж, плюс 100 чипов. Может быть, я был на другой локации. А! Блок! Я не могу одновременно нажимать на кнопку атаки и блокировки. Ладно, я думаю, что вот на этих обычных челиках вообще нет смысла нажимать на кнопку блока, потому что так или иначе мы сейчас будем сражаться с боссом. И он будет атаковать помедленнее! Ты чё мелких направил на меня, натравил, а? О, еще мелкие гаврики! Давай, дерись, пози! Как мне их вырубить? Я что-то не понимаю. Они бесконечно здесь будут появляться. Ладно, это последний удар. И это был у нас босс-ученый. Skibidi туалет. О, за прохождение уровня я заслужил просмотр рекламы.
обожаю. Обожаю мобильные игрушки. Это просто супер. Симулятор просмотра рекламы. Плюс 100 чипов. Итак, с 25 жизнями я попадаю на крышу какого-то здания. И, видимо, здесь я встречусь с тем самым ученым, который будет самым сильным боссом. Давай. Здесь, кстати говоря, частота кликов ограничена. То есть я кликаю достаточно быстро, но атакует он все равно не быстрее из-за этого. Он атакует с одинаковой скоростью. Блин, у меня 11 жизней осталось. И еще раз прошел этот уровень, нифига себе. Как так вышло, что когда я проходил первый раз, я напоролся на босса, у которого 75 жизней? Как так вышло вообще? Объясните мне, пожалуйста. О, у этого чувака вообще 50. Блин, ну вот тут будет сейчас сложновато. Это будет, пожалуй, самый сложный уровень. Не, может быть, мне не стоит сразу с боссом сражаться? Он же атакует каждую секунду. Да ё-моё! Я хочу вот этого чувака вначале слева вырубить. Он меня схватил клешнями. Вы посмотрите, он держит меня над своей головой. Возвращаемся в главное меню. Я думаю, что нам нужно с вами прокачать себе немножечко урона. Я нахожусь на 5 уровне, и мне осталось совсем немного до скрытого босса. И, возможно, я разблокирую себе какой-нибудь новый скинчик. Это будет прикольно. Так, 5 уровень атаки. Сразу 5 единиц, чтобы с одного удара выносил эти скибиди-туалеты, да? Пока босс к нам не подошел. Так, первого вырубил, второго вырубил. А? Вот так вот. Если ты встречаешь скибиди-туалета на крыше какого-то здания... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нажми, чтобы сбежать! Так я нажимаю! Что за фигня? Я нажимал на кнопку, но я не сбежал! Куда мне еще стоило нажимать? Ему на голову или что? Так, ты меня не схватишь, засранец. Я буду стоять в блоке. Давай. Ну, я нажимаю! Tap to escape, это не работает! Кликай, чтобы сбежать, не работает эта кнопка. Короче, лучше просто не попадаться на его атаки. Вот что я понял. Окей. Так, когда он хватает двумя клешнями, после этой атаки можно его атаковать смело. Успел. Блин, это было очень крипово. Да, я вырубил! Я вырубил босса с клешнями! У меня осталось еще целых 8 жизней в запасе! Так, мне осталось пройти буквально 4 уровня, и сейчас я попаду на босса. Так, получай! Идем дальше. Получай! Ой-ой-ой! Целых 2 жизни мне снес! Какой ты серьезный! Какой ты серьезный скибиди-туалет! Вот именно его я и боялся! Офигеть! У него 80 жизней! Блок! Успел нажать. Ха, твоя бензопила до меня не достает. Все камерамены имеют невидимый щит вокруг себя. Именно это меня и спасает против таких боссов, как ты. Итак, мы его победили. И какую же награду я сейчас получу? Конечно же, рекламу. Let's go! Пока не дойду до финального босса, я не остановлюсь. И уверяю вас, я точно не проиграю в этой игрушке. Кстати говоря, если вы любите скибиди-туалеты, обязательно поставьте лайк под этим видосом. Ой-ой-ой-ой, опять свои клешни. У него самый большой урон! Офигеть! Он буквально с 2 ударов меня вынес. Жизни у него немного, но сила атаки реально гигантская. И поэтому, наверное, стоит экономить свои жизни вот на этих вот маленьких скибиди-туалетах. Окей, так, сейчас он выбегает. Я остановлюсь в блок. Давай, бей меня. Он бьет примерно каждую секунду. Ты даже не успеешь встать в блок. Тебе нужно больше жизней. С 25 жизнями его не победить. Хорошо, я возвращаюсь в главное меню. Я прокачиваю себе немного жизни. Пускай у меня будет 40 жизней. Я смогу несколько атак пережить от этого босса. Так, 40 жизней. Окей, здесь мы с вами экономим хпшечки. Мы их не расходуем, потому что мы их будем тратить как раз-таки на нашего любимого босса. У которого, кстати говоря, жизни даже меньше, чем у нас. Получай! Ха! Разломал ему кабину. Так, а это какой-то новый чувак? Ой-ой-ой. Почему не... С одного удара 40 жизней он сносит. Почему здесь каждый раз разные боссы? Вот именно на этом этапе. Ну, объясните мне кто-нибудь, что я делаю не так? Почему мне нельзя сразиться с одним и тем же боссом? Я же как раз-таки подготавливаюсь, чтобы его победить. И опять выезжает чувак с гигантскими клешнями и целых 150 жизней у этого челика. Окей. Примерно каждые 4 удара он будет нас атаковать. Ой-ой-ой! Каждые 4 удара нужно было ставить блок. Ладно, надеюсь, сейчас кто-нибудь послабее выйдет. О, почему в этот раз всего лишь один туалет? Целых 2 туалета! Что за дисбаланс? Они что, в хаотичном порядке спавнятся? Так, а ты кто такой? Ой-ой-ой-ой-ой! Мне страшно с тобой сражаться, чувак. Каждые 4 удара. 1, 2, 3, 4. Блок! Успел. 1, 2, 3, 4. Блок. 1, 2, 3, 4. Получай! Как я мог его такой маленькой ножкой вырубить? Этот гигантский летающий корабль. Следующий уровень. О,
На этой локации я уже бывал. Здесь я уже все проходил. Это мы уже все с вами видели. До какого максимального уровня я смогу здесь дойти? Как вы думаете? Я думаю, что на 10 уровне, когда мы будем с вами сражаться против босса, будет реально что-то эпичное. Если мы, конечно, уже не прошли этот уровень, или мы не начали проходить все с самого начала. Я буквально в одном уровне от босса. Ребята, пожалуйста, поставьте прямо сейчас лайк, и давайте я сделаю прокачку на жизни. Да, еще одну прокачку. Да не, давайте еще одну. 70 жизней и 5 единиц урона. Я думаю, что за прохождение этого босса мы сейчас получим самую большую награду, которую только можно получить. 2000 чипов. Если мы получим 2000 чипов, будет невероятно круто. Ну а если не получим, то... Ну что ж, в любом случае мы с вами дошли до этого босса. Использую джойстик. Так. Мне нужно сейчас уворачиваться от его лазеров. Бегу. Может быть, ты сам себя сможешь как-нибудь подпалить? Давай, бью его, бью. Нажимаю на этот джойстик. Странно, что здесь атака на одну и ту же кнопку. По-моему, это как-то немного странно, вам так не кажется? Ай-яй-яй, опять подпалил ты мне хвост. Кстати говоря, у тебя не так много жизни. Я рассчитывал, что у тебя будет по 1000. Как же хорошо, что я прокачал себе жизни. Это было самое мое лучшее решение, честно вам признаюсь. Так, подбегаю к нему. Вот так вот. Словил тайминги. Сейчас я ему целых 40 жизней снесу. Почему ж ты себя глазами-то подпалить не можешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня 55 жизней. А у тебя все равно меньше. Получай, засранец. Итак, я его вырубаю. Да, я победил босса. Это был самый сильный босс. И мы с ним справились. Плюс 500 чипов. Серьезно? Ну и что я могу сделать на эти 500 чипов? Наверное, себе атаку прокачать. Окей, прокачаю его до 7. Нет, может быть, до 8. Все, у меня закончились мои чипы. И следующие 10 уровней. Здесь столько интересных персонажей. Но чтобы их разблокировать, нам нужно как минимум посмотреть раз 100 эту рекламу. Чтобы получить 1000 чипов, нужно посмотреть целых 5 раз рекламу. Но персонажи стоят 7500, 4300, 5000. Блин, это же Вантузмен. По-моему, это самый прикольный персонаж, который только может быть в Скибиди вселенной. ТВ-титан 20000 чипов. Камерамен-титан 25000 чипов. Спикер-титан нужно разблокировать целых 200 уровней. И Woman Agents 30000. А купить эти чипы нельзя. Тебе нужно обязательно смотреть рекламу. Ну что ж, судя по всему, сегодня мы с вами не сможем разблокировать себе следующего персонажа. Зато мы сейчас протестируем нашу новую атаку. Просто с одного удара разносим кабины. Вот реально, с одного удара сразу минус 8 жизней. Минус 8 жизней, минус 8. Так, у этого 12, ну ничего страшного. Жизни у нас много в запасе. Офигеть, ты в кого такой громила-то пошел? Что же у тебя за папаня-то и маманя-то были? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, он по мне не попал. Я успел в последнюю секунду использовать блок, и последним ударом я его добил. Так, ну эти уровни стали немножечко посложнее, но по-прежнему получаем всего лишь 100 чипов награду. Я думаю, что мне сейчас стоит посмотреть рекламу. Итак, только что я посмотрел 5 реклам, это было очень долго, но зато я получил 1000 чипов. И теперь у меня на балансе 1225 чипов. Давайте мы с вами прокачаем себе немного жизни и добавим себе немножечко атаки. 11 урона, нет, давайте лучше даже 13, чтобы с одного удара всех выносить. И жизни, окей, соточка жизни. Жаль, что здесь нету доната. Реально, я бы задонатил, ребята, мне бы было не жаль задонатить в эту игрульку. Кстати, реально с одного удара выношу. У этих чуваков всего лишь по 12 жизней. По-моему, я немного сильнее, чем предусмотрела эта игра на этом уровне. Так. Спавнят сейчас этих мелких гавриков. Так, окей, мы их с вами спокойненько выносим. Они в среднем нам будут сносить примерно по 8 урона за каждый спавн. Так, сейчас у меня будет 64 жизни. Да, у меня 64 жизни. А, не-не-не-не, еще последние остались. Блин, как же мне добраться до этого ученого? Он постоянно от меня улынивает. Чувак, ты меня бесишь. Let's go! Покажите мне самых сильных боссов. Просто покажите мне их, пожалуйста. Я вам покажу, как справиться с любым боссом в этом симуляторе. Плюс 100 чипов. Эх, я устал играть в эту игру, честно вам признаюсь. Я не понимаю, почему она так популярна. Может быть, потому что никому еще не удавалось разблокировать себе вот этих вот самых дорогих персонажей. Может быть, это невозможно? 30 тысяч чипов, это сколько мне нужно рекламы посмотреть? 150, блин, рекламы мне нужно посмотреть, чтобы разблокировать себе вумен-агентов. Окей. Меня хватит. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами в следующих видосах. Адиос.